Как в море рыбки красивые, о, если бы я, старый рыбак, мог их поймать. Как мастер велик на поляне, о, если бы он смог меня научить. Приветствую вас, мощнохвостые богомолы, с вами Федорович. А из этого видео вы узнаете великие секреты великих мастеров. А именно, откуда берется сила чи, как защититься от стаи волков, лучшую комбинацию из кунг-фу, ну и еще пару прикольчиков. О, а зачем мне эта штукень, вы узнаете в конце видео. Получение энергии. Вот такие муравьи лесные. Ох, хорошо. Весною принимаем курс муравьиные ванны. Муравей самый лучший в мире рефлексотерапевт, который в твои болезненные точки наносит уколы, и затем туда поступает муравьиная кислота. То есть это эликсир вечной молодости и курс выживания спецназа. Очень мощное средство аккумулирования жизненной энергии. Вот такая муравьиная сила. Во время прыжка парашют не меняют, как и мастер источник силы. Поэтому его техники работают только весной и летом, пока муравьи не ушли в зимний запой. Теперь-то вам понятно, откуда у великого тренера спецназа такая невероятная сила бесконтактного боя. Я даже знаю один маленький, но важный нюанс. Если муравей укусит вас за колокольчик, вы точно обретете суперскорость. Подождите, подождите! Не нужно сразу бежать в лес и искать муравейник. Я и так подозреваю, что завтра увижу на поляне кучу голых тюленей, лежащих пузом на муравьях. Прежде чем бежать в лес, вам нужно узнать, как защититься от стаи волков. Ребята, честное слово, ну что вы как малые дети, вы не знаете, как обороняться от стаи волков? Пожалуйста, я показываю вам первый и последний раз, как это делается. Допустим, ситуация. Нас окружили волки, да? Что нужно, как нужно делать? Мы же не можем одного волка пнуть, пока нас сзади укусит другой, правильно? Два волка. Что делать? Вспоминаем обычный танец гопака. Ребят, ну что в самом деле? Как это делается? Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так. Раз, два, одному, второму, третьему, четвертому, пятому. Раз, два, три, четыре. Все, какие проблемы? Быстро открывай глаза, медленно рот. Именно такого принципа придерживаются все мастера. Только наоборот. Сначала выдают свои секреты, а потом думают, что они наделали. Но нужно отдать должное этому воину, ведь он поистине бесстрашен. В то время, как все при виде волка советуют залезть на дерево, бежать к машине или искать палку потолще, чтобы хоть как-то отбиться, великий мастер танца предлагает вступать в неравный бой против стаи волков с голыми руками и молниеносными ногами. Конечно, теперь у санитаров леса не будет шансов, ведь каждый захочет испытать эту технику и забить несчастное животное. Поэтому я буду требовать запрета этой техники ради животных. Если вы думаете, что эта техника невероятно опасна, то очень зря. Сейчас вы увидите нечто невообразимое. 3 года совершай добрые дела, и никто о тебе не узнает. А один раз сделай дурное, сразу все станут говорить. Точно так же решил и этот мастер боя. Ему надоело уничтожать десятки противников своей невероятной техникой морской волны. Поэтому он решил заявить о себе миру и показать настоящую силу, которая точно вас спасет в уличной драке. Я вам гарантирую, что после таких движений ни один порядочный мужик к вам не приблизится. Ладно, вы и так уже можете бесстрашно ходить в лес и знаете, где искать источник чи. А дополнить предыдущую технику вы можете этой невероятной комбинацией из кунг-фу. So one of my favorites is here. You're going to block, cross block it, hit two in the heart. You're going to come down and hit into the groin and hit into the throat.
So once you get that lesson, now this is a combination of a lesson that I made up when I was a green belt. This is lesson 34, the beginning of lesson 34, also at the ending of lesson 9. So once you get good at those, you practice them a little more and you start going just a little bit faster on the moves until you continue to practice daily, hours after hour, and you start moving in and you start doing the moves a little faster and a little more powerful. Once you get good at this, it looks like this. No! В дальней дороге не бывает легкой поклажи, а в зале не бывает легкой тренировки. Но это не точно, ведь всегда можно выучить суперкомбо у великого мастера и всех разносить в пух и прах. Главное только так думать, а не пробовать это делать в бою. Все вы наверняка видели, как каратисты выполняют свои ката. Но эти черные пояса делают это великолепно. Акула будет рада, если весь мир окажется под водой, а мастер будет счастлив, если все ему начнут подчиняться. Если вы не поняли, что здесь происходит, я вам объясню. Это техника святого бубна. Мастер лупит в бубен и погружается в состояние бессмертного бойца, по которому не может попасть ни один противник. Хотя, может, он их предварительно сводил в кабак к дяде Боре, поэтому все так печально. Но это не важно. Важно то, что вам достаточно везде ходить с бубном, и тогда никто не сможет по вам попасть. Ну а напоследок я вам покажу невероятную технику, в которой пригодится вот такая штукень. И эта техника наверняка поможет вам снимать стресс после работы. Но если вдруг у вас нету такого шикарного меча, вы можете использовать скалку и лупить ней замороженные пельмени. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой муравейник вы будете разорять первым. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Раз, два, три, четыре. Все, какие проблемы? Вкрутить плечо при ударе, выбросить ручку и обязательно вкрутить кулак. Удар, вернулись. Шаг, удар, вернулись. Мы работаем двоечку. Бам-бам! Пробили, попали, закрыли противника. Пробиваем ему печень. Бум! Вернулись в стоечку. Печень пробили, он локти опустил, подсел немножко, то есть прикрыл после нашего удара. В открытые перчатки бросаем правый прямой. Споймал, все внимание ушло на голову, и мы добавляем сюда правый лоу-кик, отбиваем ногу.